В Казахстане внедрят карту казаха. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения страны. Их начнут выдавать этническим казахам-иностранцам, которые реализуют успешный бизнес-кейсы и хотят масштабировать их на исторической родине. Карты позволят им приезжать в Казахстан без ограничений и открывать свое дело, не обладая гражданством нашей республики. Визы с возможностью временного проживания до 10 лет они будут получать в облегченном порядке. Карту казаха выдадут 100 этническим казахам.